Всем привет! Надеюсь, ты хорошо. В моем случае я очень хорошо, потому что сегодня я покажу тебе новый трюк на французском языке. Как задать открытые вопросы. Ты знаешь, что это должен быть рефлекс. Есть два типа вопросов. Закрытого вопроса, что ты можешь легко ответить на него одним словом «да» или «нет». И есть открытые вопросы, которые требуют уточненного ответа. Например, «Тебе нравится эта рубашка?» «Что ты думаешь об этой рубашке?» Это важный инструмент для прогресса на французском и на твоем равном языке. Давайте посмотрим, как задать вопрос «Как это?» по-французски. Quelle est ta passion? Quelle est ta passion? Quoi? Quoi? Ils font quoi ce soir? Ils font quoi ce soir? Où? Où vas-tu? Où vas-tu? Pourquoi? Pourquoi les pingouins ne volent-ils pas? Pourquoi les pingouins ne volent-ils pas? Quand? Quand vas-tu à Dijon? Quand vas-tu à Dijon? Que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous construisez? Qui? Qui est-ce? Qui est-ce? Comment? Comment s'appelle cet arbre? Comment s'appelle cet arbre? Надеюсь, вам нравится. Если вы хотите узнать, когда я опубликую новые видео, не забывайте подписаться. Спасибо за вашу поддержку. Пока!